Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! Ну что, клешня, будешь гнуть на новой карте, да с новой пушкой, да? Ну почти, капитан Очевидность. Карта не новая, да и пушка, по сути, тоже. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит, капитан Очевидность, Warface, Хэллоуин, деточка, новая элитная F90 MBR и отличненький анекдот. Headshot, baby, you got owned. Да. С почином, Рачина. Благодарю, Нарина. Вы знаете, уроки по удаленке напоминают... Ты сегодня в ударе. С самого начала в крысу пошел. Да, есть такое, не могу отрицать. Занятия по удаленке напоминают спиритический сеанс. Маша, ты с нами? Маша, ответь, если ты нас слышишь. Да, жизненно, сука. А так, мой рачишка жирненький, даблкил, детка, давай. Сука, где Рега, я не понял. Да, да, сука, опять, ну почему ты не мог, ты позже не мог туда пойти. Есть, натянут, даблкил, детка, в Орегу. Монстр мышь. Да, монстр мышь, сука, не отличаем. Прям супер, блин, классно, нравится мне. Успех пошел. Вот так мой, мой сладенький. Ой, даблкил, деточка, минус. Ну, знаешь, блин. Знаешь, Ебукентий, все-таки чего-то не хватает последнее время. Да. Раньше все эти карты, да, и пушки были в новиночку. Да. А вот если бы разработчики какой-нибудь штурм сделали Хэллоуином или мясорубочку, да, мне кажется, было бы намного лучше. Да, разработчики, я, конечно, понимаю, что у вас такая сейчас как бы система пошла. Из нового только пушки, а карты в основном старые переделанные. Ну, кроме некоторых. Давайте как бы посочнее, поновее. Сука, ну как так можно? Надо новиночки. Обязательно надо новиночки добавлять. Старые карты, да повырезайте, но непопулярные. Ну серьезно, ну пусть так лучше будет. Новенькие добавки. Хедшот, детка. Даблкил. Есть мультикил. Глушитель, кусты. У меня такое ощущение, Рапутаги, что мы вернулись год так 2014. Эх, Кэп. Не надо так говорить. Не сыпь мне соль на рану. Вот времена были. 14-15, сука, Павлик жил. Рачки гнулись, на статку играли. А ведь тоже по-своему классно было. Да, друзья, эта эпоха, к сожалению, ушла. Но плохо ли это? Не знаю. Скорее для меня лично точно да. А вот это называется антимышь. Слышь, антимышь, убить сколько-то там человек, 10 тысяч урон нанести из золотого оружия. Че, у нас коронное оружие считается золотым? Я в шоке. Ладно, Warface, как всегда, не перестает удивлять. Так, у нас тут мышь слева у забора, а я вот тут спрячусь. Он у забора, и я у забора. Мне нравится эта позиция, потому что ее никто не проверяет. Я не знаю почему, и это сочно. Я, пожалуй, не буду ничего менять пока что. Там-та-дам, там, ноги моя, да. Ой, мой сладкий. Хедшот он получил, наслинка залетела. Давай, еще один, давай. Давай, давай. Да вы подожди, сука. Как так-то? Рукожоп. Какой рукожоп? Я нормально имю. Где вообще, где попадание, не понял. Разрабы, это что за обнова такая? Что за обнова такая? Где попадание по противнику, прицел на нем был? Это из всех... Вот так вот. Из всех выстрелил там 1-2 зарегало. Так не делается, разработчики. Вот так, даблкил, давай, мультикил, деточка, да? Есть, вообще отлично, хорошо идет. Блин, я в ударе, сука, мне нравится. Блин, и досадно, ведь кроме таких вот событий, типа Хэллоуина, на ферму зайдешь, блин, играют три калеки, никого нету. Разработчики, ну подстегните как-нибудь онлайн, там, серверы объедините, награды ведите. Я хочу вот в это играть, мне надоело, РМ. Решил тут прописку оформить? Да, мне тут нравится, ну как вообще никто не чекает, я не знаю почему, вообще никто. О, тихо. Ага. Рачишка бежит, тихо.
Вот он мой сладкий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот она жизнь, сука. Если бы вот так оно было, я бы в Warface вообще только в него играл до сих пор. Как здорово, блин, как душевно, как глубоко и надежно. Вот она жизнь, люди пытаются победить, что-то делать. Эх, сука, ну блин, это так тоже было, не отрицаю. Ну вообще, как тебе новые элитные пушки? Чувствуется, что они лучше, чем обычные? Ну, Кэп, ну тут просто патронов больше. Мой ученик тоже в кустах сидел, красава, Ракутаген. Возрождаем старые стандарты. Играем тактично, как говорится. Да, было такое. Не, ну пожалуйста, не надо, вот это не надо, это ничего хорошего, это нас спалят, дружище. Тихо. Ну давай, сука, попади. Я не знаю, почему из F90 МБР как-то попадает, ну когда как, то хорошо, то плохо. Что-то у этой пушки немного, конечно, вот с попаданием. Есть! О, ну высунься, блин. Ну почему, когда он меня убивает, когда я там, он постоянно там маячит? Сейчас пришел, никого нет, убили что ли? Наконец-то, надо было это раньше делать. Так, вперед! Ах, сука, ебем отважно! И это важно! Да, сука, нагнули. Да! Хедшот Адам, сука, душевно музыка играет. Я как заново родился. Вот, немного омолодился. Рачишки побежали. Блин, и мне хедшота дали. И все-таки что-то есть в этом. Знаете, такая праздничная атмосфера чувствуется. Побольше бы такого, сука, вот этого не хватает, немножко оно ушло. Надо возвращать, надо воскрешать, надо восстанавливать, так сказать. Да, ну давай. Красиво сейчас выдам под финалочку, детка, хедшоты прямо сочные. Хедшот, детка! Эх, ну и самый балансный, конечно, меня нагнул. Молодец, Ебукентий. Должен признать, ты был неплох. Благодарю. Но, как я понимаю, все новое — это хорошо забытое старое. Да. И ничего качественно нового мы таки не увидели. К сожалению, капитан Очевидность, ты совершенно прав. Но тем не менее, 36 фрагов, 32 хедшота, где US Own. Больше двушечки по трешечку сыграли, да и меткость неплохую показали. Атмосфера праздника присутствует. Пушки новые коронные достойные, но можно было бы немножко и урона поднять. А что касается карты, все классно, не спорю, но разработчики, пора хотя бы по праздникам делать что-то действительно новое. Но, так или иначе, если данное видео вам понравилось, по каким-то причинам вдруг, то ставьте лайки, по желанию, как хотите, яйки чешите, это обязательно, без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся. Пока.